года Мари Колвин. Где ты взяла повязку? На острове Сокровищ. Мне нужен фотограф. Хороший? Лучший. Этого не забыть. К безумию привыкнуть просто невозможно. Для властей война — это не кошмар. Они не страдают и не умирают, как обычные люди. Наша задача — говорить правду власти. Вы готовы погрузить страну в гражданскую войну? Что случилось? Начали стрелять в журналистов. Если тебя поймают, ты будешь убита. Каждую ночь снятся кошмары. Ты видела больше, чем солдаты. Отнесись к этому серьезно. Я ненавижу горячие точки, но меня тянет увидеть это. Это зависимость. По этому сигналу дроны узнают, где мы. У нас нет времени! Разумный человек на такое не пойдет. Ей нужно уезжать. Нужно вернуться. Но тогда мы умрем. Я расскажу вашу историю. Бог дал тебе талант заставлять людей думать. За жизнь нашу. Я боюсь, что они вынудят тебя. Если ты не уверена, на что надеяться остальным? Может, я бы хотела жить, как все. Может, я просто не умею.